Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. На 83-м году ушел из жизни пионер электронной музыки и один из основателей психоделической рок-группы Silver Apple Симеон Кокс. Причина смерти музыканта не уточняется. В конце 1960-х годов Кокс был участником группы Overland Stage Electric Band, а затем сформировал новый дуэт Silver Apple с барабанщиком Дэнни Тейлором. Их дебютный альбом Silver Apples вышел в 1968 году. Среди поклонников группы числился Джимми Хендрикс. Кокс был создателем примитивного синтезатора, который впоследствии назвал Симеон и начал использовать в своем творчестве. В 1970 году созданный им коллектив распался. После распуска группы музыкант работал на телевидении в качестве репортера и продюсера, а в 1996 году он решил возродить Silver Apples. Через два года группа выпустила релиз The Garden. В год выхода пластинки Кокс получил серьезные травмы. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока.